Этот гибрид в основном для закрытого грунта, для теплицы, так как это высокорослый перец, очень урожайный, очень хорошо завязывает и наливает плов. Стресс хорошо переносит этот гибрид. И вот даже были у людей какие случаи, при плохой подвязке просто куст сам ломается от изобильности перца, который на нем находится. Опять же, техническая спелость у него идет темно-зеленый, потом он становится вот таким ярко-красным. Стенка примерно 5-8 мм у него. Ну, да. Если брать по товарному виду, да, это типа геркулеса, когда он с темно-зеленого становится ярко-красным. Но все-таки, я думаю, геркулес не будет такой устойчивый к болезням, раз. И геркулес не будет такой урожайный. Потенциал урожайности у актора будет больше, чем у геркулеса. Ну да, если равнять сейчас цену семечки, геркулес получается где-то в два раза дешевле, чем актор. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.